Ну вот, вы отдыхала Хантера до последнего. Отец, конечно, не знал. С тех пор, как они убили Хантера. Можешь на меня рассчитывать. Ладно, удачи. Я на месте. Вижу тебя. Так, слушай, и правда до сих пор что-то чадит. А хорошо вы тут все отутюжили. Одни воронки. Странно. Столько времени прошло. Что-то может гореть. Впрочем, не важно. Двигай в том направлении. Я прикрываю. Есть какое-то движение. Приготовься. Это не черные. Это стражи. Сейчас я по ним поработаю. Зараза! Один есть. Меняю магазин. Осторожней! Шустый газ! Готов! Успел завыть. Держись, сейчас еще набегут. Еще тройка, работаем. Этот готов. Еще! Смотри за камышами! Перезарядка. Еще один. Так, вроде все почистили. Ты цел? Эй, ты цел там? А не такой уж ты и кролик. Неплохо справляешься, Артём. Так, давай влево. Там есть обход. Меняю позицию. На краю воронки. Там что-то есть. Дерево мешает разглядеть. Вот он! Вижу его! Дьявол! Вот эта скорость! Как это он? Вперед, за ним! Нашла! Слежу за ним! Да что ж такое, промах! Вижу! Сейчас я ему гаду! Готов! Осторожней! Хватай его! Что за...
Артём, что с тобой? Ты слышишь меня? Артём, ты живой? Ну, тварь, я тебя достану. Держись, иду к тебе. Вообще ничего не слышал? Ничего. А, ну, рейнджер со стратегическими запасами. Нам лет на 1000 хватит. Нифига себе. А чего мы тогда тут делаем, раз его уже нашли? А ты чё? Думаешь, они так и побежали делиться со всеми? Сидят сами и жрут три горла. Вот оно чё. Да, тогда надо искать. Как думаешь, найдем сегодня? Какое это? Тут вообще в пыль все раскатано. Если и были входы какие, завалило нахрен. Ну, может, в новом секторе? Ну, разве что там. Вроде арка стоит еще, может, и осталось-то. Это да. Интересно, что тут было? Вон как обстреливали. Реально. И самое недавно. Вижу врага! Ушел собака, точно ушел. Ничего. На, сволочь! Несем потери! Нашего подстрелили! Получите, твари! Потери! Надо двигаться. Не нравится мне тут. Чего? Нормально же все. А Феликсу на поверхности вечно демоны мерещатся. Да не, че ты. Тут другое дело. Все равно как смотрит кто на нас. Вот прямо в спину. Так нет же тут никого. А в руинах этих? Что это вообще было? И когда это разбомбили? Да черт его знает, что тут до войны было. Тебе-то что? Вообще странное место. Вон, дымит что-то. Не с войны же. Точно. Да, странно.
Ну, я же говорю, плохое это место. Уже совсем близко. Господин штурм-сартюр, поиск закончен во всех квадратах, кроме седьмого, но результатов пока не дал. Понятно, Ротенфюрер. Почти на месте. У вас есть еще полчаса, успеете закончить? Так точно, господин штурм-сартюр. В седьмом работают две группы. Будет исполнено, господин штурм-сартюр. Артем!